Всем привет, друзья! Канал Масса-Олимп. В работе у нас Toyota Camry в 40-м кузове. Делаем жидкие подкрылки. Показываем, как выглядит уже готовая, обработанная задняя арка. Такой у нас сплошной ковер получился. Толщина его достигает 4 мм. Вот сейчас ждем, пока все немного подсохнет, чтобы собрать подкрылок и колесо. Ну а пока ждем, у нас идет акция, мы клеим штатные подкрылки, такие вот шумопоглотителем. Состоит он из двух компонентов, как и вибро, так и шума. Толщина его 4 мм. Вот. Ну и вкратце покажем, как работает данный полимер на примере колокольчиков. Видите, с правой стороны у нас голый, слева обработан. Сами можете услышать, какая разница. Ставьте свои комментарии, подписывайтесь на канал. Всем пока!